На бесплатные выставки и экскурсии приглашает Музей истории БАМа в Тынде. Виртуальные прогулки стали доступны на официальном сайте учреждения. Как и большинство культурных заведений страны, такой формат работы выбрали для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В музее можно познакомиться с историей становления крупнейшей железнодорожной магистрали в мире. На выбор для посетителей 8 тем экскурсий. Например, этнография, история города Тында, изыскание и строительство БАМа в 1930-40-х годах, а также виртуальные выставки, театр в рабочей спецовке, свет звезды Ефремова и другие.